И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Я буду за аниматроника. Если вы опять кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. Все, побежали. Ну да, как всегда, мы в своем репертуаре. Так, пацаны, дверь не закрывайте, то это фиг его знает какой. Пацаны, будем, давайте, чтобы не только в офисе, можно и по всей карте играть. Так будет веселее. Карта здоровенная, а я буду вас по очереди высмукивать и мочить. Серега, пошли на охоту. Откройте дверь. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Димас, охотники за аниматрониками. Да, давай. О, давай, за тобой. Давай. Мы будем тебя мочить не по-детски. Давай. Да. Так, я слышу, кто-то так, калиткой не скрипит. Не разделяемся, Ингри. Да, потому что он знает, жопы, что я убью. Жопы кроем. Прикрывайте так, зады, пацаны. А то у Фокси укусит за наши булки. Отлично, следующий. Не знаю, где он. Ха-ха, класс. Энгри, где ты? Сюда, давай на улицу. Следующего ждем. Я ж убийца. Ты не убийца, ты колобийца. Не-не-не-не, я тут все-таки... Таким пирю, короче, вас, пацаны. Филиппизрик. Он, кажется, в вентиляции сидит. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Я на улице. Нет у тебя на улице. Я вот вижу, никого не вижу на улице. Опа, я слышу. Так, а я вот тут, короче, ваши камеры клацаю, уже вентилятор поломал. Эй, закрой двери, наоборот, что ты тут не в ту сторону? Во, вот так вот. Серёга, отлично. Куда идёшь? А-а-а! Да нет, это шары читерские, они меня убивают. Ах ты засранец такой, мне видимость, я что, думаешь, тебя не увидел? Ах ты молодец, Сережка. Верит, тут и двери попростреливал. 50 миллионов жизни, ребята. Не-не-не, 100 тысяч. Он в невидимости засранец. Всего 100 тысяч, подумаешь? А я не могу пролазить в окна. Тут решетки мешают. А тут никого так, нет. Так, я обхожу. Серега, я с тобой хочу по ПВПшиться. Давай, иди сюда. Давай. Быстро, я сказал. Морду набью своим пулеметом. Засажу в тебя свинец по полной. Не-не-не-не-не. Да-да-да. Я тебя буду чекать сейчас тут на ящиках в углу. И ты когда будешь проходить, я тебя со спины убью. Ну, как всегда. А вдруг мы тебя, Дима, а? Вдруг мы тебя убьем? Ого, ты чё там этот? Позвал, короче, военных. С танков, с пулеметов, да? Огонь! Он сзади сейчас будет обходить. Это я в вентиляции пока. Отлично. Так, я за Сквидвардом слежу. Замочил. Крошка, ты сегодня в ударе. На проигрыш. Да. Так, где давай. Он тебя замочил, крошка? На крыше я. Я тупо на крыше. Крош... Будем тут играть сейчас, я буду тебя мочить. О, Пикачу забежал с пулеметом. Бенди. Вот он. Ребят, вы подыхаете, как девки. Сейчас Димас подохнет. Ой, он сейчас умно идет. А мы ползем потихоньку, я хочу пошкериться. Ну, Сережка! Я весь кайф Димасу обломал. Не получилось, а? Не фартануло, не пойду. Пацан к успеху шел. Да за что? За деревом. Нет, нельзя. Ребята, штурмуйте его, я готовлю сейчас план. Я посреди крыши, кстати, сижу. Тупо на картофанах посреди крыши. Нифига себе, псих забежал, Рэмбо с пулеметом, Пикачу. Так, где Сережка? Сережку жду, хочу его убить. А, вижу Сережку, вижу. Че за черное очко у тебя, эй? Тубихона. Не, я живой. Тубихона, дикай села.
Димаш живой? Под невидимостью, он читер. Я вот, Серега. Ой, все зеленое. Я Димасу отправил в жопу мира. А кто? Что это такое? Ой, прикольно. Это зеленое очко. Зеленое очко, у нас было черное, зеленого очка не было. Эй! Зеленое будет. Отвали от меня. Я не буду. Кстати, у меня 10 тысяч жизни, я невидимым не буду вставать. И стал невидимый, да? Я гуляю по пятере, как будто она моя собственная. Охранники. Ой, черное, зеленое очко. Я сам себя убил. Гениально, Серега. Я тебя люблю. За то, что ты мочишь всех вокруг. Обстоятельства. Ты всех убиваешь, кроме меня? Ребят, извините, обстоятельства, я не хотел. Во всем виноват Димас. Ах ты, догоняет пулями. Так, надо в пиццерию шкериться. Ой, поджогло. Вот палевно, сильно палевно, очень. Не бей, лучше обосну. Где Димас? Он у нас. Я бегу. Ай. Так, я слышу, они включают ворота. Бля, тварь такая зашла в пиццерию. Так, нет. Никакой ядерки. Что сделал? Я сделал. Обстоятельства, ребят. Я Димаса хотел. Ай. Убивайте его. Пройдешь. Да ладно, Димас, как ты выжил после? Да вот так я не знаю, у меня 10 тысяч жизни, осталось 8 тысяч. Я хожу, брожу, вы мне ничего сделать не можете. Я псих, Серега, это... Я сама дольше играю за этого аниматроника. Все, Димас, ты напросил. Эй! Ванюк. Ух ты, вот это было уже жестче. Ребята, отвлекайте Димаса, он напросился у меня. Да хватит с гранатами. Да, нормально, стрелять. Нормально. Главное уйти вовремя, а они пусть друг друга мочат. Так, пацаны, что-то я вас не нахожу. Так, надо я другого аниматроника, он мне не нравится. Димас! Стой, Серега, где ты? Я на улице. Ты на улице? А я ваши ворота сожрал. Ах ты кабак. Да, я иду к тебе, я хочу тебя найти. А ой. Я тебя. А как ты меня найдешь? Ребят, подальше от меня держитесь лучше. Ты что, это камикадзе? Я бесбашенный, я психопат. Ты камикадзе? Я Аллах Акбар. Нет, не Аллах Акбар. Аллах Акбар. Не Аллах Акбар. Аллах Акбар. Рано еще Аллах Акбар, дай я тебя убью разок. А где ты? Тебя не вижу. А я тебя не вижу, ты где? Каннибал. Так, надо где-то к Серегу прочекать, что-то реально не нахожу. А он читер. Да, я читер. А вот ты где. А ты где? Ой-ой-ой. Вот смотрите, я уже не двигаюсь и ничего, вы мой труп просто пинаете, как кусок говна. Ребят, я же сказал, держитесь от меня подальше. Серега, я теперь буду тупо тебя одного выслеживать и мочить. Давай, жду. Вот чисто дело из принципа. Мне кажется, надо тебя наказать за то, что ты сильно умный стал. Волю, да, почувствовал. Героем стал, да? Да. Вообще офигел, сознался. Дерьмо. Я в тебя стреляю. Давай, Дима. Я иду. А вот теперь, Серега, ты не уйдешь от меня. Я теперь буду мочить тебя. Давай. Я живой. Я живой. Я тоже живу. Не взяло. Ты какую-то ядерку конченую испал. Это, я говорю, отсыревшая я тебе. Просрала да. Она уже у тебя. Давай, жду тебя на улице. Ты где? А, ты хочешь ПВП? Давай. Где ты? Я тебя жду. Сейчас, я тебя найду. Бегу, Сережка.
О, тут я, кстати, в безопасности, когда я в помещении. Отлично! Давай, Серега, заходи. Ну это нечестно, аниматроник. Ну как это нечестно, когда у тебя ядерная бомба в кармане лежит? А ты где, Димас? Ты меня убиваешь. Я в пиццерии. Не попадаешь, не попадаешь, Серега. Мимо, мимо. Ну простреливай, попытка хорошая. Пикабак. Заходи. Угу. Ребят, этих бомб закидайте ему. Ух ты. Звук такой прикольный, кстати. Ой, тут ваша калитка отпала. Мас, так, наступает да. Время эпохи. О, давай возьму мощного аниматроника. Я тоже хотел ядерку бахнуть. Давай возьму мощного очень. Вот, у меня... Нет. Вот у меня... Нет. Сейчас, подожди. Вот у него... Да, блин, нет. Чё так мало жизни у всех? О! Короче, давай, 10 тысяч жизни. Пусть будет так. Так, сейчас вот устанавливаю бомбу. Ой, дерьмо, меня зарезал этот какой-то Сквидвард засатый. Димас, ты готов? Да. Вот он аниме. Ого, и... бомба. А что ты их ни разу не видел? Два, один. Эпично. Красиво. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!